Опять перенесли. Апелляционный административный суд рассмотрит дело о зонинге через месяц. Судья сослался на занятость в другом неотложном деле. По словам общественников, затягивание с отменой документа дает возможность бизнесменам хаотично застраивать Одессу, включая центр города и побережье. Кроме того, сегодня в суд пришли несколько десятков активистов. Они настаивали на скорейшем рассмотрении дела, но не все из них знали, какого именно. Для нас это большая неожиданность, потому что мы опасаемся, что будут высказаны какие-то обвинения, что идет давление на суд. Но мы никого не звали, во-первых, мы просто ожидали вот этого вынесения решения. Вот сейчас вот, оно отложено еще на месяц. Вот, а в это время, вот вы все знаете, что у нас разворачивается такая строительная экспансия очень серьезная. Ответчиком выступает мэрия и сами одесские общественники. Они требуют отменить зонинг, так как при его принятии не были проведены общественные слушания. Неявка представителей муниципалитета уже не раз становилась основанием для переноса слушания.